Верхневолжское автотранспортное предприятие продолжает набор водителей категории «Д» для работы на автобусных маршрутах новой модели пассажирских перевозок. Трудоустройство по Трудовому кодексу Российской Федерации с предоставлением полного социального пакета. Иногородним жителям будет предоставлено жилье, а заработная плата от 45 тысяч рублей. А также компания предоставляет возможность обучения за счет предприятия с дальнейшим трудоустройством. Автобусный парк располагается на Шишково, 92. Для ответов на вопросы, связанные с трудоустройством, Обращайтесь на горячую линию 8 800 551 0971. Ознакомиться с работой компании можно на сайте Верхневолжская АТП.